Всем привет, ребята! На этом видео набралось, смотрите, 46 просмотров. Да, 46. Спасибочки! Вам огромные, мои чуваки, 21 подписчик. Вчера, сегодня 10 подписалось. Ребяточки, а смотрите на это видео. Да, вы знаете его, да? Видите, да? Вот 10 лайков. 10 лайков, черт возьми, 10. 11 просмотров, так, смотрим. Я написала спасибо. Ты крутой боец, спасибо тебе за ссылку и бах. Как, это что, фейк? Я просто зашел на сайт и играл. Ты топ-1 на ютубе. Спасибо тебе, пацан, спасибочка. Ура, новая игра от Supercell. Ну, это просто, это не мне. Прикольно, лайк на этом видео. Прикольно, лайк. На этом видео 12 лайков. Уже 10 кто-то не поставил лайк. Ты топ, спасибо тебе за бах. Прикольно, у меня получилось. Тебе тоже спасибо, что ты подписан. Как 4 просмотра? То есть это было 15 часов назад? Так, ты топ игрок в Бравл Старсе. Спасибо, ты тоже топ игрок. Ты топ, ты тоже топ. Ты крутой. Ты тоже очень сильно крутой. Я на вас всех лайки поставлю. Всех тупо поставлю вам лайки. Всем. Мне все равно. Так, все, поставлю вам всем лайки. 46 просмотров. Ребятчики, я еще раз вам говорю, спасибо вам за 21 подписчик. Огромное, от души вам. Но сегодня мы будем играть. Вы спросите, когда уже будет стендов? Ну, когда уже будет стендов? Ребятчики, будет стендов скоро. Ну, через недельки две. О, Шерри ПСГ. Клево. Это еще не мой аккаунт, но мне здесь это нравится. О, клёво. Звездная сила. Это клёво. Это клёво. Можно только скинул. Что? Ребяточки, а время пришло к новому проекту, к новому челленджу, к новому... Вы дождались этого дня, новый проект. Как он называется? Вот сейчас вот напишите мне комментарий, как он называется. Все, я жду. 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Написали в комментариях, красава! Буду читать. Так, погнали. Только без хитрунов, какой это будет проект. Проект будет, ребяточки, путь. Как я, вам и обещал. Путь. Бравл Пасс. Суть этого проекта. Не собирать ни путь к славе, ни Бравл Пасс наград. Вообще ничего не забирать. Это проект. Вот такой у меня будет проект. Кому он, конечно же, понравится. Ну, на это видео с вас лайк. Серьезно, пацаны. Или девочки. Подпишитесь на мой канал. Спасибо вам еще раз на 21 подписчик. Было 23. Или 20, помню. Кто-то отписался. Думаю, так тебе 21 подписчик. Задрот YouTube. Купляешь подписки. Нет, ребяточки, это вы все подписали. Пишем путь. А как будет называться? Путь? Путь барана. Не. Пятьдесят тысяч. Вот так вот называется. 50 тысяч гемов. Ребяточки. Клан я создам через 5 дней.
Со мной вы спокойно сможете играть. Со мной. С кем захочете. Все равно там в клане кто-то будет. Все равно я вам понимаю это все. Вам говорю. Поняли? Короче, смотрите. Смотрите, суть этого проекта мне надо выпить сейчас. Мне надо хотеть пить 40 гемов. 40 гемов. Ну ничего не покупать. В магазине акция, не акция, нету акции на ПМ, нету акции, есть акция на Бурока. Не покупаю. Если какие-то скины на 39, еще могу купить, но только этот проект еще будет больше развиваться. Еще. Этот проект разыгрывается. Мы на этом проекте 10 тысяч кубков наберем или 5. И тогда буду уже разыгрывать. Это будет бомба. Это будет бомба, а не проект. Короче, кому нравится, называется он 50 тысяч кубков. Знаешь, почему мне тут здесь никаких это снимки? Это начинающая карта. Не продумаю. Хочу больше города. Когда будет стрим? Вот у меня уже 20 тысяч, как будет он стрим. Кому нравится мой проект, моя суть. Пожалуйста. Это видео наберите мне 10 лайков. Кто наберет, разыграет проекта прямо сейчас, это за секунду. Только кто наберет под это видео 10 лайков или 11? Или вообще... Да, все вас зарубят. Сделайте 15 лайков на это видео, я разыграю этот проект прямо сейчас. Я вам не сказал, до сколько будет левел в Brawl Pass. В 70. Не буду я собирать награды. Нет. До 50. Ну, 50. Не буду собирать пуск славы. Не буду собирать пуск славы до 3000 кубков. То есть я вообще не собираю ни одну награду пуск славы на 3000 кубков. Там уже будет 3000 кубков или 2500. Я соберу уже пуск славы. Ну, лучше это будет 3500 кубков. Кому нравится моя садея, моя суть. На основе я 20 тысяч так япаю. Я поднимаю вам за идею. Спасибочки вам за идею, пацаны. Да, спасибочки вам за идею. Этот проект я продумал в башке. Как он будет называться? Я все придумал, ребят. Я еще это не сам не знал. Как это проект? Это видео сейчас записывает. 20-го. 21. Это видео записывайте 18-го и... этого августа 2020 года. Выкладываю его 21-го. Ну, для вас это момент сейчас, для вас будет. Вау, у нас владение. Если я сейчас не буду, то я с ним буду. Что здесь? Хорошо, я слил. Я слил, ничего страшного. Шелли забрал. Да, Шелли забрал. Так, блин. Кому нравится? Ну, проект. А с вами был я, Егор. Подписывайтесь на мой канал, набирайте здесь очень много просмотров, очень много лайков. С вами был я, Егор. Всем пока-пука. Ну, для начала я вступлю в канал. Это вступай, или даже разыграю. Всем пока-па-ка. Трань-та-день-ду-ду.